У дендропарка появилось сразу три входа. Каждый из них украшает ворота, которые отличает лишь размер. Помимо ворот главного входа по проспекту Бадибек-Би, ворота меньшей формы, но в том же архитектурном стиле, возвышаются по улице Байтурсынова и Толеметова. А вход с этой стороны по весне украсят первоцветы и деревья хвойных пород. Есть здесь и еще один сюрприз для посетителей. Вот в этой стеклянной беседке мы установим телескоп, и посетители смогут смотреть на звезды в любое время суток. В парке имени его основателя Асанбая Аскарова высажено около 230 тысяч деревьев. Они все разделены на 5 географических зон. Здесь даже дышится легче, говорят посетители. Сделали отличную беговую площадку, спортивные тренажеры. Сюда каждый день приходим и занимаемся. Сейчас специалисты работают над оросительной системой. Говорят, после завершения всех работ у них будет возможность охватить поливом 95% площади дендропарка. А каждое погибшее дерево обязательно заменят. К слову, уже обновлен макет дендропарка, встречавший посетителей у главных ворот. А еще здесь появились новые фонари, беседки и удобные скамейки.